Всех приветствую! Недавно на моего зрителя напали сотрудники охраны в ТЦ «Метрополис». За спущенную маску, подчеркиваю, спущенную. Она у него была, но они решили, что имеют право отказать в проходе в ТЦ, потому что им не нравится, как она на нем надета. Прошу поделиться этим роликом, посмотреть до конца и оставить комментарий. Приятного просмотра! Подумаешь, а? На кого подумаешь? Ты чё? Что? Ты чё телефон хватаешь, урод? Это ты, урод, понял? Ты чё телефон хватаешь? Это ты, урод. Тихо. Уважаемый, маску оденьте, пожалуйста. Завладеть хотел телефоном или чё? Уважаемый. Чё хватаешь телефон? Тихо. Так, посмотрите сюда. Молодой человек. Да снимай сколько хочешь. Да, молодой человек, вызови усиление просто. Сейчас, секунду. Так, стой. Как? Слушайте, посмотрите сюда. Сейчас подрубь. Да, послушайте. Вы что, издеваетесь, что ли? Сейчас полицию вызовут, уважаемый. Все, жди. Так, тихо. Наденьте, пожалуйста. Сейчас так пихнул. Уважаемый. Можешь отойти от меня? Так? Нет. Тебе что надо? Спокойно. Тебе что надо? Вам спокойно. Попросили надеть маску. Что, вы глумитесь, что ли? Да снимай сколько хочешь. Дед, тебе что надо? Отойди от меня. Это ты, дед, понял? Отойди от меня. Уважаемый, наденьте, пожалуйста. Я предупреждаю, что сейчас, если будет с вашей стороны сопротивление... Я понимаю, что у меня телефон только что хотел из рук тихо. Руку убери от меня. Отойди от меня. Руку убери. От меня отошел. Руку убери. Отошел от меня. Руку убери от меня. Отошел от меня. Так, маску наденьте сначала. Вы сами к нам идете, понимаете, уважаемый? Мы вас просим... В смысле, ты тут стоишь, что ты стоишь? Так, не могу я просто, у вас маска. Вы что, издеваетесь? Можешь отойти от меня? Вы что, издеваетесь? Отойди! Сюда сейчас смотрите. Отойду. Что подошел? Что надо? Я сейчас так наткнул. Стойте что здесь, надо? Мы сейчас вызовем полицию. Стойте здесь. Куда ты? Стой здесь, сейчас вызовем полицию. Что толкаешься? Уважаемый, если кто вы... такой? Если я... Кто такой? А ты кто если такой? Вы откажете... Что подошел ко мне? Что тебе надо? Наденьте. Я есть? Охранник или кто? Я охранник. Что встал? Вот это кто такой? Это тоже охранник. Ну, так, покажи, сейчас, кто ты. Сейчас карточку охранника покажи. Что ты тут рисковый стоишь? Положение. Вызовем сейчас полицию, уважаемый. Да не пусти. Ты дебил или что? Ты что да тут? Ты дебил. Че руки распускаешь? Если я распущу... От меня отойди. От меня будет? Отойди. Отойди от меня. Что ты встал передо мной? Можешь отойти? Что ты встал? Ты кто такой? Что стоишь? Я не собираюсь перед тобой оправдываться, понял? Кто такой? Ты кто такой? Кто такой? Ты кто такой? Ты что, вообще больной? А ты больной. Отвали от меня, что ты стоишь? Так, спокойно, а? Сейчас мы вызовем полицию, сейчас подожди. Вызывай, что хочешь. Вызывай на него, что он ко мне пристает. Да стойте, стойте, куда ты бежишь, ты, блин? Вас попросили надеть маску, уважаемый. Вы полностью игнорируете. Он у меня выхватывает телефон. Я с вами разговариваю, уходите. Вы... Зачем мне с тобой разговаривать? Ты представился или кто ты, чего? Ты... Ну, ты чё, можешь от меня отойти? Нет, не могу, потому что вы находитесь на территории торговли. Я и что, да? Вот. В общественном месте нахожусь. Так, стойте, вы что, как ребенок ведете себя? Стоять. Слушай, я предупреждаю. Вас попросили. Вы меня слышите? Сейчас будешь сопротивляться, понятно? Можешь отойти от меня? Не, что не ты передо мной встал? Так, руки уберите. Уберите, руки? Да, уберите руки. Что такое? Отойдите наряд от меня. Наряд нужен? Просто наряд отойдите. Наряд нужен? Стойте. Отойдите от меня и все. Так. Отойдите. Я к вам. Ты ко мне обратился? Я покажи я... удостоверение свое или так что там. Вы остановились? Вы проигнорировали. Зачем с тобой разговаривать? Слышь. Ты ко мне сам подошел. Правильно, потому что я... Ты подошел, показывай удостоверение, что подошел. Так. И еще, вот этот еще пускай показывает. Покажем. Наденьте. Ну, пускай. Вы что, издеваетесь? Я не знаю, что он руки распускает. Так, смотри. Пускай отойдет от меня. Так, не пройдешь. Отойди на полтора метра. Надетой маски. Наденьте понятно? Наденьте маску, уважаем. Че вам надо? Смотрите. Стоять. Так, уважаемый. Так. Куда? Ты что делаешь, что? В смысле, я что делал? Что вы делаете? Что вы делаете? Наденьте, пожалуйста, маску. Вежливо попросили. Бегать будем, не? Ты нормально или что? Так, я предупреждаю. То есть нет? Что я сотрудник. Так, я сотрудник показываю. Так. Показывай, какие что у тебя там нет? Лицензии или что-то. Это у тебя лицензия. Что толкаешь? Уважаемый, вы отказались? Представьтесь. Вы подошли ко мне, представьтесь. Вы не в адеквате. Представьтесь. Если вас вы ко мне подошли? Вы отказались? Вы ко мне обратились?
условия. Карточку охранника вот эту вот, или что там? Это уберите. Да ничего, я не могу так, вы без рук. Вы без рук, я не знаю, что вам надо. Так, у меня шарик не надо у меня в руках. И в карманах тоже. Отойдите от меня, да. Оба. Или представьтесь оба. Представьте. Покажите карточку охранника. Я вам свою, покажу. А не руки распускайте. Да. Или отойдите отсюда. Так, в таком виде мы не показываем, понятно? В каком виде? В каком вы сейчас находитесь? Ты что ко мне подошел? Отойди от меня полтора метра. Я просто сказал. Отойди на полтора метра. Я по-русски сказал. Я тебе еще раз говорю, отойди от меня. Кричи, что хочешь. Руки убери. Послушайте. Руки убери, отойди. Я вас не выполню. Отойди, пожалуйста. Руки убери. Уважаемый. Я не буду с вами разговаривать. Зачем мне с вами разговаривать? Для чего? Наденьте маски, проходите. Я в маске, все, отстань. Как следует оденьте маску, тогда проходим. Давай ты отойдешь, и команда стоит, не будешь раздавать. Да? На Красную площадь, пожалуйста. Угу. Да. Давай. Спокойно. Вы как следует масочку одеваем. Если очень пускай спешим. Отойдет вот этот человек. И да. Вы тоже представьтесь, покажите карточку охранника. Покажите. Карточку охранника показывайте. На каком основании? Вы покажите карточку, а его отведите в сторону, потому что он непонятно вообще тело. Непонятно вообще тело. Это вы тело непонятное. Потому что. Так, смотрите. Вы все как ребенок туда-сюда бегаете. Вы ведите себя нормально. У него время много, свободно, смотрю. Послушайте, вы взрослый человек, адекватный? Я не знаю, что вам надо. Отойдите от меня на полтора метра. Иди не кашляй здесь, иди отсюда. Так, не грубите. Да я кашляю, иди кашляю, не кашляй. Да. Так, не грубите. Отойди, не кашляй. Масочку одень. На полтора метра отошел. Это ты отошел на отошел. Два. Отошел. На два. Отошел. Что ты ко мне идешь? Ты сюда так, пришел. Ты ко мне подошел. Ты пришел сюда. Так, уважаемые. Подправь маску. Подправь маску, уважаемый. Не иди домой. Вы можете отстать от меня? Что вам надо? Вызывай, короче. Вызывай. Скажи, пусть кто второй вызывает. Вот этот человек пускай отойдет от меня. Что, страшно стало, да? Хорошо. Пускай отойдет. Или покажет карточку, если ты охранник, какую отойди. Какую карточку тебе показать? Охранник свой, лицензию. Сотрудник Росгвардии, вопрос еще. Какой Росгвардии? Сотрудник Российской. Вы что, издеваетесь? Вы что, не знаете? Я кто? Тебе могу не показать неадекватный, ничего. Неадекватный, можешь так, отойти так, от так, меня. А ты смотрите, неадекватный. Вас как зовут? Вам что надо-то, я не пойму. Отстаньте от меня. Отойди от меня. Вы пришли к нам. Иди кашляй вон там в стороне, что ты подошел. Послушайте. Это вы идите кашляй. Нет, смотрите, послушайте. Я вам ничего не должен. Ты адекватный, с тобой можно будет поговорить? Со мной не надо разговаривать. Наденьте, пожалуйста, маску, идите. Для чего со мной разговаривать? Наденьте, пожалуйста, маску, идите своей дорогой. Не хочет он исполнять его, хочет упрямиться, блин. Его, нему вежливо подошли, попросили надеть. Отойдите от меня. Он распускает руки, хватает где за телефон. Руки? Ну-ка, покажите. За телефон хватал? Кого при, я хватал? При тебе. Хватал за телефон. Вы наденьте маску. Какая тебе угроза? То, что я телефон взял в руки? А кто тебя знает, что ты там вытащил? А, ну да. Так. Вы сюда пришли, вы должны пройти в маске. Я вам ничего не должен. Должны. Я вам именно, ничего не должен. Именно должны. Вы мне тут не надо именно команду должны. Раздавать, что мне делать. Отойдите так, и все. Молодой человек, наденьте маску. Я в маске. Давайте, он не хочет. Я в маске. Я в маске. Так, сейчас мы вызовем полицию, уважаемые. Делайте, что хотите. Вы это ваше право. Ваш штраф. Ваше право, делайте, вызывайте. Вам все ясно, нет? Вот так уже 5 минут. Или 6. Уважаемые, наденьте маску. Пускай это идет дедушка. Что вы? Сам ты дедушка, понял? Дедушка пускай отойдет и не представит к людям. Так. Он я исполняю свои обязанности. Вопрос еще есть. Он покажи он имеет карточку охранника. Все, успокойтесь. Полицию вызвали, покажи. Сейчас его увезут и все. Карточку охранника покажи. Вы русские? В школе учились? Что написано? Что написано, я спрашиваю? А? Не умеем читать, нет? Спокойно. Отойди, дед. Полиция вызывает. Все. Отойдет, да, все, сейчас ждем, полиция ждем, придет. Ждем. Отойдет. Только вы отойдите, да. Полтора метра отсюда. А вы что меня окружили? Может, я пройду? Да, я не пройду. Вы меня что, задерживаете? Тут нет, да, я задерживаю. Я задерживаю. Да? Идите, идите, гуляйте. Идите, руки свои убрал. Идите, гуляйте. Никто вас не задерживает. Руки свои убрал. Ничего, не надо умничать. Идите, гуляйте. Я не умничаю. Я иду просто и все. Ко мне подошли. Вас никто не задерживает. Ко мне подошли. Зачем они? Маску наверх одень. Все, пойдешь. Ты один такой умный. Он хватает за телефон. За телефон хватает. Потому что вы на него идете, а не он на вас. Одевайте маску. Он ко мне сам подошел. Он подошел, охранник подошел и не представился. Он даже не представился. А зачем он ко мне хватает руки, распускает? Это его работа. Работа распускать руки? Не распускает, он останавливает вас. Вы маску за что наденьте, он меня должен? Маску я к нему не подходил, к этому охраннику. Так, уважаемые,
Девушка. Вас телефона вытаскивает, почему? Вы все равно не пройдете. Так, уважаемый. Что вам надо? Отстаньте от меня. Вызвали полицию, подождите. Все, стоим. Что вам надо? Да стоим, говорю, ё-моё, ждём полицию. Все, уже. Ждите, что хотите. Уже звонят. Я задержан или что ты меня держишь? Да я вас не пущу просто без нормально одетой маски. Вопрос еще есть? Отойди от меня, а? Нет. Дед, отойди от меня. Я тебе сказал. Никуда вы не пройдете. Отойди от меня, дед. Вы зашли в торговый центр. Правила торгового центра гласит. Мне не нужны твои правила, понял? Так, уважаемый, постойте. Твои правила, там свои какие-то выдумал правила. Сейчас полиция, подождите, пожалуйста. Все, мы спросим полицию, кто имеет право, уважаемый, кто не имеет права. Понятно? Вы меня задерживаете или что? Мы вас не пускаем без маски. Да. Что меня задерживаете? Удерживают. Да. Вот охрана удерживает. Одна и вторая. Да. Только с себя сначала. Сфотографируй, что ты без маски. Одни чоповец какой-то, еще вот, конечно, друг. Конечно, непонятно, чем ты. Алло. Да. Да он тогда завтра будет ходить тут назад. Все так же ходят, как и я. Всем можно, мне нельзя. Кому можно? Всем можно. Что, все? Мне нельзя. Вы на себя отвечаете. Да, всем можно. Вот так же ходят, все заходят. А мне нельзя заходить. Точно так же. Вот без маски мужчины, и что? Ему можно, а мне нельзя, да? Вот тоже не натянута на нос. Маска им можно, а мне так нельзя. К вам только пристали. Все с ними. Да, все. Все. Что, все? Всем можно. Кому-то можно. Размер, посмотри какой. Что дальше? Дальше сказали, тебе нельзя проходить. Чего толкаешься? Хочу толкать. Ну, уже нападает. Выйдем на улицу. А еще раз. Ну что, пойдем выйдем на улицу. Так, стекло, от стекла отойди. Помогите! От стекла отойди! Помогите! Руки распускают! Помогите ему! Помогите кто-нибудь! Эй, дед! Дед! После этого его запаковали в наручники до приезда полиции. У него опухли руки и травмирована голень. Дальше было написано заявление, материал был рассмотрен и был отправлен в следственный отдел. Дальше будет суд и привлекут за причинение вреда здоровью. Мы туда вернулись, смотрите, что из этого вышло. А? Маску поправьте, пожалуйста. Не хочу, спасибо. Молодой человек. Что? Что? Маску поправьте. Не хочу. Вы много чего не хотите, тогда выходите на улицу. С чего это? Вот так с чего. С чего? Вот так. Правила торгового центра. Какие правила? Чего вот меня толкаете, я не понимаю? Я вам говорю, объясняю. А вы кто вообще? Я охранник торгового центра. А я президент. Очень приятно. До свидания. Тогда на улицу. Иди на улицу. Маску поправьте. Не хочу. Я еще особенный не понимаю, или что? Все проходят, а меня именно остановили. Вот именно вы не стали эту маску надевать? Никто ее не надевал. Вот так будете стоять, так если... Да не буду так стоять. Вот так будете стоять? Не буду. Будете? Нет. Пойдем, да. Куда ты идешь? Куда ты? Ты что мне руками трогаешь? Сейчас играться будем, что ли? А ты что, маленький ребенок, что ли? Ты что, неадекватный? А? Ты как себя ведешь? Я нормально, я вам объяснил, что... Я маску... не хочу надевать. Тогда на улицу выходите. Да чего бы это? Самого того, вход в торговый центр только в маске. Вы меня слышите? Кто такое сказал? Вход в торговый центр. Почему Владимир? Почему он не одет? Вон он в маске. Я в маске? Не видно, что он в маске. Вот у него вот так. А где должно быть что-то видно? Я тут вот так хожу тогда. И что? Уходите так. Ваш сотрудник. Это разве маска? Так ваш коллега только что вот так вот. Ну ходите так, в чем проблема? Только что вы стояли, только что поправили маску. Вот она у вас летает, вы же видите. Сползла, я поднял. У него сползла, пускай поднимает и заходит. Ну мне так удобно, она есть и все. Да почему я должен выходить? Молодой человек. Что? Правила торгового центра не нравится. Мне все равно на правила. Вам не нравится? Не нравится. Звоните полиции, скажите. Ну вы звоните, если вам что-то не нравится. Вам нужно. Вы не можете мне ограничивать свободу, понимаете? Никто вас не ограничивает. Ну все, до свидания. Свобода на улице. Зачем мне рукой толкать вообще? Я толкал вас? Я хоть кого-то рукой трогал? Вы на мою руку. Да свысь на мою руку. Я просто выставил руку, вы на мою руку пошли. Что за бред вы несете? На какую руку? То же самое я вам сейчас ударю в голову, к примеру, скажу, вы на мой кулак нарвались. Ну попробуйте, рискните своим. Давай вызовем полицию. Ой, только не полицию. Ой, испугались камеры. Ой, как обычно, да? Как обычно все у вас. Вы идете? Я в маске. Вы не в маске. А в чем? В смысле, у него вот маска. Вот женщина к вам подошла только что, была без маски. Может,
Почему вы ей ничего не сказали? Вот смотрите, вот сейчас вы стоите, наше время тоже тянет. Я ваше время, вы меня не трогаете, я вас не трогаю, я к вам не подходил, вы ко мне подошли, вот и все. Почему? Потому что это не ответ. Я вам сказал, только вход в маску. Одевайте маску, пожалуйста. Она одета у меня. Не надета. А что она одета? Не надета. Без маски запрещено. У вас тут люди без масок ходят, им ничего не говорят. Есть телефон. Молодец. Молодец, и ты молодец. Ну да. Ну и все. Какие проблемы? Проблемы? Да. Без маски запрещено. А где без маски? Вон у вас люди без масок только что зашли. И туда только что вышли. А? И туда только что вышли. Ну и в чем прикол? Ни в чем прикол, запрещено. Это дискриминация. Ну у вас люди заходят без масок. Маску надевайте, проходите. Вы выборочно, да, выбираете людей? Маску надевайте, проходите. Надето. Где? Не видно? Не видно. Не видно. А где? Должна быть на лице. А где она? Подбородок это не часть лица? Какая маска должна быть на лице? У вас не на лице. Подбородок это не часть лица? Подбородок это часть лица, а не лицо. Ну. Я с вами вообще не собираюсь дискуссировать как о частях лица. Сейчас приедут полиция и с вами будут дискуссировать они. Все прекрасно, вы не можете нас ограничивать в передвижении, поэтому до свидания. Никто, девушка, вас до свидания, никто вас не ограничит. Вам выход, до свидания. Выход там. А вы кто? Пожалуйста. А вы кто? Это охранничек какой-то. Нет. А вы еще расслабились, что ли? Сейчас полиция приедет. Насколько я понял, человек. Полиция приедет сейчас, будет разбираться. Вас что? Вас чем пассивно? Конкретно его не сказать. Да, вас надо напугаться, что ли? Ну а чего вы тут людей избиваете? Тикток снимаете. Ничего. Ничего. Вас никто. Тикток снимаете. Тикток снимаете. Да. Как ты так едешь? Вчера человека избивали здесь? Выход там. Никого никто не избивал. Не избивали? Да. Ну да. Выход там. Ну, выход там уходить. Может, корону снимите свою? Не провоцируй. Может, корону снимите свою? Во. Для вас выход там. А мы пришли сюда. Мы вот потребители. Пришли, надевайте маски и проходите. Мы потребители, мы пришли в магазин. Надевайте маски. Если вам что-то не нравится, вызывайте полицию. Но ограничивать нас вы не имеете. Мы вас не ограничиваем. А что вот это выход такое? Выход вот. Вас никто не ограничивает. Собирайте свой чемоданчик, и вот выход. Это вы там сюда пришли. Вот вы и собираетесь выходить. А что, мне слушать? Они не да? То есть без маски можно, да? Что, маску? То есть это маска? Ты снимаешь? Они, его? Смотрите, да, разгляните, смотрите, они просто выбирают рандомно маска людей, знаете, один человек заходит без маски нормально, а другой им не понравился, они говорят, вот так вот препятствуют, толкают, ну, могут даже избить. Пусть разбираются. Ну вот. Они могут все препятствовать, скажите мне? А? Могут препятствовать? Ну, вот прямым проходом. Они не пускают, мне руками трогают. Могут они так делать? Ну, они не представляются. Это все вот эти. Сейчас, говорю, сейчас полицию вызовем и пусть разбираются. Да ничего, как обычно. Одно так вызывает. Пусть приезжает, разбираются. Охрана не пропускает молодого человека. Почему? Якобы он без маски. Вон, маска есть. Маска есть. То есть, по вашему мнению, маска есть, да, у человека? Маска есть. То есть в кармане она тоже есть, считается, да? Если не на лице. А подбородок это не часть лица? Я не о частях тела говорю, а о лице. Ну, она подбородок у вас не это на лице. Часть лица? Она у вас не на лице. Господи, пожалуйста, вы учитесь в школе. Вы не перхать. Вы учитесь в школе. Вы считаете, что вы нормально? Вы тут каждый день людей избиваете из-за этих масок, думаете, к вам нормально относиться кто-то будет? Мы же всех-то с масками с этими задолбали. Да, готовы. Да. Проходит. Это все вопросы, кто это. Кому? Собянин. За Собянина я лично знаю. Я сам. Скандер. Очень хороший. Он с Тюмени. Вы не можете принуждать человека надевать маску, понимаете? У вас нет таких полномочий. Вы можете предложить и все. Человек, если отказался, он отказался. Один, пожалуйста, маску. Вот торговый центр, только маска. А потом можно снять. Это ваше право. А, зайди. Ничего себе логика у вас. Я не знаю, для чего их тут наняли. Да. Здесь просто стоять воздух охранять, чтобы никто не дышал чистым воздухом. Конечно. А что там слышно? Зачем людей избиваете? Чего делаем? Людей избиваете. Не, ну может быть не он. Вчера избили людей. Кого? Человека избили. Человек избили. Ну не делайте вид, что не знаете. Первый раз. Конфликт был. Первый раз слышите? Ну да. Чего толкаешься? Хочу толкать. Ты что толкаешь спину человека, а? Ты что, попутал, что ты ли, руки слышишь? Руки лишние, что ли, а? Руки что лишние, ты молчишь? Я спрашиваю. Молодые зачем ты руки молодые распускаешь? Люди. Молодые люди. Ты какое право имеешь? Я человека толкаешь. Я вас убедительно прошу. Какое право имеешь? Не нагнетать конфликт. Мы не нагнетаем, вот нагнетаем.
стоит человек, повернулся к нему спиной, он его толкает в спину. Это нормально, по-вашему? Вот сейчас дождемся, сейчас просто полицию, вот реально, дождемся полицию. И посмотрим, что она скажет. Вот кто прав в этой ситуации? Вот реально. Вы понимаете, постоянно так ждать полиции по 20-30 минут? Ну, я думал, через час приеду. Сейчас вот не при этом, сейчас я вас не увижу. Здесь-то стоит. Что? Что ты меня трогаешь? Руки убрал от него? От тебя алкоголем воняет. Мужчина, тащи. Уберите камеру от меня, пожалуйста. А еще что? Личное пространство наше снимать, вы понимаете? Личное пространство у вас дома. Уберите. А здесь общественное пакет, место. Пакет по голову дам тебе. Что ты сделаешь? Не провоцируйте, девушка, отойдите. Я не провоцирую. Отойдите на 2 метра. Отойдите, пожалуйста. О, меня толкнуло разгордеть. Вот честно, вы за свои деньги так работаете, вам это постоянно выслушивать нравится? Нет. Но для чего тогда это? Ну, для чего вы это делаете? Успокоились бы, да и все. Вам от этого ни штрафа, ничего не будет, ничего не поменяется. Тем более то, что она у вас есть. Есть. Да, могли бы надеть ее и пройти спокойно. Кто вам так вы подтверждаете, что она есть. Зачем это за ерундой заниматься? Никто вам бы не препятствовал вашему проходу. Просто надеть на лицо. Ты меня по жизни, ты меня по жизни знаешь, что ты как со мной разговариваешь, ты что сюда подошел, провоцировать? Чего? Что ты же? Такие такси, блядь, на дороге, блядь, на дорогу переходят, блядь, на улице, блядь. Вот ты видишь, как он со мной разговаривает, я же проходил со мной. А никто никого никогда здесь не бил? О, да, о, да, ни разу. Что подтвердили то, что, ну, да, я слышал по новостям. Нет, он сам врезался. Да нет, по новостям, первый раз. Вот уронить бы его и сказать, он сам на пол упал. На самом деле он сам упал. Конечно, сам. На самом деле он, который вчера... И ты, наверное, сам, да, тогда? Я коллегу сам ударился об его кулак. Он на самом деле упал. Он куда-то побежал. Я говорю, я об вашего коллегу, об его кулак сам ударился тоже. Нет, никто да, здесь никогда никого не избивал. Зачем он под камеру говорит то, что такого никогда здесь не было? Нет, смотрите, вы просто врете сейчас. Нет, я не вру. Я про такое не слышал. А то, что вчера вы говорите, там человек там избили его, его да, никто не бил. Что он просто дурачок больной на голову, он прыгал, да. Так, наверное, бился от стекло, что стекло его не пускало. Да, совершенно верно. Сначала бился от стекло кофемании, а потом побежал в дверь и упал перед дверью. Вообще, он такой дурачок. Видимо, сумасшедший. Вообще сумасшедший. От стекла отойди. Помогите! От стекла отойди! Помогите! Руки распускают! Помогите ему! Помогите кто-нибудь! Дед! Пойдем! Дед! Вон сзади меня Уникло, и там есть второй этаж. Мы через него сейчас и зайдем. Покажем им магию, как можно телепортироваться сквозь охрану. Охрана, как всегда, ничего не знаю, не слышал, не видел. Напишите в комментариях свое мнение и каким словом вы бы назвали их. Только не матерное, то YouTube удаляет. Как вы видели, на одного напали всемером, а при виде такой же толпы испугались. И все из-за какой-то маски. Полицию мы так и не дождались, но заявление ставили дистанционно. Так как тут ничего особо не меняется, к вам будет просьба, поделитесь этим видео в соцсетях. Оценка у этого ТЦ слишком завышена, по моему мнению. Напишу, пожалуй, свой отзыв. Как придет зрителю ответ и решение по этой ситуации я выложу в Telegram или во вкладку сообщества в YouTube. Спасибо за просмотр, подпишитесь на канал, до встречи!